Скажите, пожалуйста, как вам автомобиль уже после больше месяца эксплуатации? Машина себя показывает неплохо. Большой, вместительный, то есть вот, неплохая альтернатива Ларгусу. Ну, Ларгусом и Эртига. Почему Эртига? Я думаю, все же, то есть, вот, очевидно. Во-первых, Эртига, то есть, автомат для города, то есть, автомат, он гораздо больше преимуществ. Это первое. Второе, у него, как бы, даже с учетом всего бюджета, да, как бы неплохая комплектация, то есть бесключевой доступ, то есть очень удобно, да, то есть вот, кто знает, вот, климат в Ларгусе этого там не найдешь однозначно, то есть вот, да, по шумоизоляции он как бы довольно-таки неплохой, то есть вот, по моему мнению, по крайней мере, он даже мягче Ларгуса, то есть вот, он идет как бы вполне достойно, трассу он неплохо держит, то есть вот, а по ценовой категории, ну, в принципе, то есть недалеко он от Ларгуса ушел. Ну и выглядит он как бы гораздо интереснее Ларгуса, то есть вот ксенон у него, ближний свет ксеноновый, то есть вот тоже плюс большой, свет отличный, то есть видно все. Скажу, мотор довольно-таки такой динамичный, то есть как бы вполне его хватает, полторашка, то есть вот ходовая тоже, то есть очень понравилась, то есть по ходовым качествам машина, то есть коробка ведет себя тоже на отлично, то есть вот. Ну, на данный момент вопросов по машине вообще никаких не возникает. При пробеге уже, то есть, как бы получается, там, 5000 он подходит, по-моему, то есть. Вот. Ну, вот, проблем пока никаких не возникло. То есть, вот, провели первое ТО, поменяли масло, то есть, вот, приехали тоже ребята без проблем, все, то есть, вот, записали, обслужили, то есть, вот, проблем никаких, нареканий нет. Рекомендую. Что, кстати, немаловажно, то есть вот я мониторил рынок, то есть вот на момент покупки этого автомобиля, то есть вот была предложена самая минимальная цена за новый автомобиль по России.